have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в кошачьем лагере и продолжаем, наверное, серию заданий про рядового Райана. Капитан солдат, воин, мне нужны доказательства, покажите мне, где нашли шлем Мяуна. Идемте. Церемонии по Мяуну не будет, пока я не получу подтверждение его гибели. Он был на территории собак, верно? Тогда ждите меня на точке, которую я отметил. Я боюсь воды, и мне нужна всего минута. Воин, идите вперед. Я на самом деле хочу так-то спасти рядового Мяуна. Сюда, ребята. Мы хотели узнать, как все прошло. Идем. Посмотрим. Так, чувак не верит. Что вы говорите, капитан идет сюда? Ха-ха-ха! Мяун, ты все еще пушистый и игрив. Готовься к встрече с предательской смертью. Что это за лай и гвалт? Никакого спуска. Коты нарушители? Я просто избавлюсь от вас всех. Ребят, давайте мира, может быть. О, нет, они мои, я пришел наказать их. Ну, так посмотрим, кто из нас сильнее, чтобы уничтожить их первым. Блин! Блин, он врубает щит. А этот хилится. Блин, это... надо скорее вас... Ладно, мы можем ушатать кота. Он доступен. Ага, он щит себе ставит. Он поддается магическому урону, но он ставит себе щит. А этот их хилит нормально так. Надо скорее поднимать. Ай! Давай, дружище! Нам надо подлечиться. Нет, манны, крутяк. Мне надо как-то заработать манну. Нет, не трогай меня. Они в этой связке очень крутые. Есть! Одного сняли. Блин, он щит поставил. О, мы берсерка включили. Фух. Это была сложная парочка. Очень. Я уже думал, сейчас сольюсь, у меня реально оставался только маг и на последнем дыхании. Ладно, ребят, благодарю урчательно, теперь я могу начать новую жизнь заново. Спасибо за вашу автистичную помощь, лапы вверх. Меч солдата собаки, спасибо. Мягкой вам шерстки, звонкого лая и силы. Крутые пожелания, спасибо. 32-й тем временем, приехали. У нас есть еще... Нет, продолжение про рядового Мяуна у нас нету. Среди собак у нас там есть. Давайте, может, сюда... А, сюда я не могу сходить, да, точно. У нас была пещера. Да, не схрон. Пещера у нас была вот здесь. Я здесь хотел посмотреть. Ну, ладно. Давайте по-быренькому глянем, что у нас тут еще находится. Тут Лапортовый залив, в котором мы уже, я думаю, все сделали. У нас как раз была серия про первого губернатора. Это мы, я надеюсь, вы помните, что мы это делали.
Тут никаких лоу-квестов вроде как не осталось. Магию прокачивать я буду позже. У меня опять не хватает денег. У нас там основной квест, по которому можно сходить. В Двугороде есть. А где мы? Так, это у нас Католица. До Двугорода не так далеко, и там есть квест. Я бы хотел пойти его сделать. Потому что квесты здесь очень, как вы видите, классные, шикарные. Просто одно удовольствие их проходить. 45 уровень, минуточку. А эта пещера разве не пройдена? Каким образом они в пещере 45 уровня... А, не, я здесь был. Все пучком. Просто почему-то она не отмечена как пройденная, я не помню. Ладно. Поля кис-кис. Иди, говорю! Давайте сохранимся. Окей. Что ты от нас хочешь, парниша? Ай, катантюриста, какая удача! Умоляю, помогите, это касается моего брата. Да, давай сходим, с удовольствием. Спасибо за помощь. Мой брат Марми пошел в армию, ведь идет война. Ну, типа да. Блин, смотрите, это был глюк. Поэтому я хочу дать ему это, чтобы он остался жив и здоров. Меч Марми. Прикольно. Лагерь Марми разбит. Вот, мы как раз там были только что. Я же говорю, это как-то... Ну, я не говорю, что это как-то связано, я говорил, что это недалеко. Так оно и получается. У нас с этим лагерем уже вторая цепочка квестов. Отлично. Пойдемте посмотрим. Наверное, должен был начинать оттуда, но ладно. Солдат, стоять! Кто скулит там? О, Марми, здесь нет кота с таким именем. Теперь шш. А вот это странно. Ну, я видел, что там что-то не так, но я не могу точно сказать, что не так. Может, они оба уже призраки? И Марми, это его мертвый брат. Кто знает, на самом деле. Сейчас посмотрим. Видите, он, то есть, ну, он явно как призрак себя ведет. Ну как? Марми... Блин, я не дочитал. Что, блин? Офигали? Он одинаково плохо бьется и магией, и... Сгори. Извините, а чё за нафиг? Можно ли поинтересоваться? Ну, звуки явно опять с призраками связаны. А? Какая-то интересная, какая удача. Помогите, это касается моего брата. Передайте двойняшке снова. Спасибо за помощь. Вот что должно было... Вот что я должна была сказать. Что, блин? Сестра двойняшка. Но нет, я сыта этим по горло. Я застрял в этой петле, в которой я должна давать этот дурацкий меч моему брату. Хотя брат это, видимо, такое слово. Хуже всего, что с той стороны есть этот мерзкий близнец. У меня такое чувство, что весь мир обман, как будто все мы в игре. Я уверен, если нам мы найдем этого моего брата, все эти странности прекратятся. Я отправляюсь на Мухаммед Бич, чтобы найти его, мяу. Ну, нам явно туда опять. До свидания. Ты хоть и летаешь, а вот так не умеешь. Бе-бе-бе. Найдите Марми брата. Ну, вот он. Лапалевская пещера. Да что, блин, ты меня... А не слишком ли у тебя большая полоска жизни-то, а, дружище? Блин. Лечиться. Я пошел лечиться, у меня все хорошо. У меня все нормально. Не перебивай мое лечение, пожалуйста. Валим. Не жадничаем.
Хотя, не жадничаем, говорю. Блин, говорю, не жадничаем. Я, по-моему, успел и манны хапнуть, и лечилку врубить, да? Ага. Вряд ли это был Марни, да? Но вы слышали, как он сказал, Полевская пещера? Должен быть там. Угу. Пойдем глянем. Я не против. Встретимся снова в Двугороде. Окей? Я бы на самом деле сразу в пещеру пошел. Полтос дали за этот квест. Фига себе. Блин, в Двугород лучше так попадать. Вот этот черный лес, отвратительная штука. Он колется. Во-первых, уровень сразу дали. Во-вторых, до следующего уровня посмотреть, сколько осталось. То есть, ну, блин, неплохо так отвалили нам. Поляки-скис. Блин, опять ты! Опять вы, слава лапкам. Мой брат Марвин ушел в ту пещеру. Да, идем. Ты же не будешь опять драться? Марми в ту пещеру на бз... Ага, сигнал плохой, чувак. Или чувиха. Так, хорошо, пойдемте сюда. Какой-какой уровень? Ну, пофиг, мы все равно уже сунулись. Идемте. Ну, пока мобы здесь не очень сильные, если что. Похоже, никакого Марми здесь нет. Ну... пещеру-то я все равно зачищу, что мне мешает. Минуточку, или мы ее уже зачищали? У меня такое ощущение, что я здесь уже был. Я просто смотрю, какой урон они здесь наносят, поэтому ломлюсь напрямую. Уж если что. А может еще уровень получим. Похоже, что... даже не знаю. Ну пойдемте, сходим. Да, я здесь был, но уровень мы получили, и то хорошо. Пойдемте. 74-й. Да ну блин! Эй, друзья, вы где были так долго? Ребята, вы заманали со своими, определитесь уже. Наконец-то я вас так ждала вас. Идемте в пещеру искать моего брата. В эту пещеру, я так понимаю? Если мы найдем брата, все это закончится, уверена в этом. Идем. Полевская пещера. Марми, ты здесь? Это мой брат? Еще один самозванец, скорее всего. Блин, их тут реально дофига так-то. Эй, Виверна. Иди сюда. Так будет проще. Ну, у них просто дофига жизни и... ай, блин, больно. И так будет реально проще. Там последний этот чувак. Иди, иди сюда, иди сюда. Блин, он не пошел за нами. Почему? С самозванцами разобраться. Иди сюда, самяузванец. Ты идешь или где? До свидания.
Теперь я знаю, у меня никогда не было брата, даже не и не настоящий. Все это время, вся моя жизнь, это просто какая часть какой-то игры. Блин, чуть не сдох. Давайте что ли еще подлечимся немножечко. Окей. Убирайте колючки. Вот, на самом деле, убийство колючками довольно неплохая штука. Ну-ка. Да хорош тебе грустить. Ну, давай найдем того, кто эту игру затеял, и все нормально будет. Хлюп-хлюп, ну да. Кстати, эй, я Gentle Bro. Мы сделали Cat Quest 2. Gentle Bro Desmond. Кстати, да, это студия-разработчик Gentle Bro. Что? Так, это правда, все это просто какая-то... Игра? Шш, дитя мое, это просто глюк. Идем со мной, я отведу тебя домой. Она обнимает вас, это кажется почти реальным. Знаете, я всегда чувствовала, что вы двое особенные. Как будто этот мир создан для вас. В любом случае... Простите за глюк. Двугород всегда создавал проблемы. Чао. Офигительный квест. Они просто взяли, сломали четвертую стену. Я такого не ожидал. Почему я не могу в эту пещеру? Пещера льва. Может, она квестовая, ладно. Двугород всегда создавал проблемы. Хорошо. Какие квесты нам еще могут предоставить эти земли? Стены Люпуса нам ничего не могут предоставить. У нас вроде ничего нету. Здесь мы все прошли. Пустыня. У нас есть, получается, в Лапуазисе два квеста. И есть главный квест. Я даже не знаю. Те, которые в Лапуазисе, интересно, на какой они уровень. Но я бы, возможно, сейчас даже сходил бы на главный. Пойдемте. Мне кажется, здесь мы выполнили все квесты, все побочки, которые были. Стоп. В Озерном у нас есть квест. Как раз от Двугорода недалеко. Пойдемте, сходим. Просто понимаете, ну, с такими квестами, как эти... Синяя пещера, 10 уровень, пойдемте. С такими квестами, как эти, хочется пройти их все. То есть, упускать такие квесты, по-моему, преступление. Мне очень понравилось, как это все сделано. Надо отступить и подлечиться. Меня заморозили. О, это было все. Неплохо. Пещерка оказалась маленькой. А зачем я лечусь? У меня сейчас уровень подойдет. Блин, ладно. А вдруг понадобится. Я бы хотел забрать оба сундучка. Ой, исцеляющий посох качнули. Как раз то, что на мне сейчас одето. Круто. Большое спасибо. Прям нужные вещи качают. Супер. Нагрудник рейнджера. Тоже неплохо. Я им пока не пользуюсь, но в принципе норм. Спасибо. Плюс не забывайте, что у нас, наверное, тут какие-то тайные проходы еще где-то будут. Вот опять. Эта пещера не обозначилась как зачищенная. Нет, я же не это имел в виду, вы чё?
Возможно, там мы, ну, как бы будут у нас обозначаться как тайные проходы. Я еще не знаю, будем искать, смотреть когда-нибудь. Пока не до этого. Так, 35-е руины зачищены или нет? Да, зачищены, сундука там нету. Обычно они с сундуком стоят. Вот. Мне нравится, когда есть значок на зачищенном, но это не всегда бывает, к сожалению. Так, сохранились. Поехали. Эй, вы воины с крепкими лапами, хотите пройти по пути древней легенды? Конечно, хочу, блин, ты еще спрашиваешь. Легенда мурчит о духе озера, который охраняет всемогущий меч. Если хотите помочь нам вызвать его, устраните эти кристаллы в отмеченных местах. Пойдем, без проблем. Дух озера, давайте я прямо по озеру и схожу. Чтоб не обходить. А вот тут вот оно зачищено. Видите? Или это как раз там, где мне надавали в прошлый раз? А, это как раз то место, где мы в прошлый раз навешали. Ну, в прошлой серии 2-3 назад, когда это было. Давайте, сейчас я думаю, я готов. Отлично. Блин, ну ладно. Там я говорил... О-о-о-о-о-о-о-о! Уровень, спасибо! Не вовремя, но спасибо! Вот, на этот раз нам тоже навешали, но, по крайней мере, сейчас я смог немного за себя постоять. Ну тут дракон. Дракон это уже, ну блин. На самом деле, вон те четверо, это было страшнее, чем этот дракон. Дракона мы сейчас навешаем, это не проблема. Проблема в том, что я не мог в прошлый раз даже до этого дракона дойти. Он не такой сильный, как мне казалось сначала. Знаете что, нужно его заманить куда-то. Ой, блин, я, наверное, уже не успею. Мы его скоро уже добьем, допилим. Думал, надо было его этой черной дырой заманить. Блин, он не успел мага убить, серьезно? Сокровище наше. Супер. Мы, наверное, сейчас еще вот так вот сделаем. Я думаю, мы сегодня только начнем с вами. О, шапка рейнджера, прикольно. Я думаю, мы сегодня с вами только начнем вот этот квест насчет озера. Сейчас пойдем расставим кристаллы, посмотрим, что от нас хотят. По крайней мере, я рад, что мы с этим наконец-то справились. Давайте сюда кристальчик. Следующий. Ну, с виверной-то мы справимся, если что. Это не проблема. Следующий. Главное быстро хиллера ушатать. Эти ребята очень противные. Супер. Три кристалла. Окей. В принципе, не проблема. Кстати, 76 уровень, тоже хорошо. Великолепная работа, друзья. Осталось только этот последний. Ну, ставь его здесь. Так, что-то сработало, хорошо. Дракон какой-то опять будет, ну-ка. Нет, прикольно. Дух. Красота. Что это было? Он коснулся моих усов. Ну куда он делся? Ну, в любом случае, возьмите вот это.
Нагрудник ледяного мага. Вот, хорошая вещь тоже. Если узнаю что-то еще, я приду сюда поговорить со мной тогда. Суперски. Дали 8000, ну как бы это квест, который явно, до которого мы явно должны были добраться гораздо раньше. Ладно, ребятушки, продолжим тогда эту линию квестов в следующий раз. Пока что, наверное, сегодня мы закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.